ну и уже по традиции отправляем несколько кормушек закормочных в точку лова перед началом рыбалки. Вяжем поводочек и делаем первый заброс. На крючке у меня бутерброд, один опарыш и 3-4 мотыля. Время 6 утра, и, как многие уже догадались, нахожусь я на озере Шарташ в черте города Екатеринбурга. И я начинаю ловлю. Всем доброго утра и доброго здоровечка. Спросил я у мужиков, которые находятся по правую сторону от меня, как насчет клева. Сказали, ночью немного поклевывало, но сейчас поклевок пока нету. Но мы будем надеяться. Солнышко уже почти встало. Шикарная погода, все отлично. И я надеюсь, что сегодня будет хорошая рыбалка. Итак, смотрим. Ловить сегодня я буду на фидер, на один фидер. Дистанция лова у меня примерно 50 метров. Да, я сегодня буду ловить на дальней дистанции. Буду ловить на опарыш и мотыля. Ну, будем пытаться поймать, конечно же, леща, карпа, либо карася. Ну, остальное по ходу рыбалки. Так как уже достаточно жарко, я поставил себе зонтик. Под зонтиком, конечно, все гораздо комфортнее. Надеюсь, ни мои мозги, ни мое тело здесь не сплавится за сегодняшнюю рыбалку. На воде сейчас стоит полный штиль, ветра нет вообще, никакой волны. В общем, полные идеальные условия. Но, конечно, немного уже жарко. Вон, одинокий троллингист троллит, на дорожку ловит. Мотор у него электрический, пытается, наверное, хищника словить. Ну что, прошло уже минут 5. Поклевка так и не последовала. Проходил сейчас еще один продвинутый рыболов. Почему продвинутый? Ну, судя по его экипировке, мне показалось, что он такой уже бывалый рыболов. Сказал, что ночью поклевывал, но так не очень сильно. А сейчас, как солнце встало, поклевки прекратились. Но, по его наблюдениям, вроде как сказал, может быть, если ветерочек подует или чуть попозже, возможно, клев возобновится. Ну, а мы будем перебрасывать. Такое ощущение, что наживку кто-то обсосал. Но это не точно. Кто увлекается рыбалкой и кому не спится, так что можно прийти сюда, посидеть ночь и что-то словить. У меня есть еще мороженый мотыль с собой. Ну, естественно, пока я сюда ехал, он разморозился, и я буду потихонечку добавлять его в кормушку. Господа, вот сейчас был первый тычочек. Такая нежная-нежная поклевка. По-моему, есть. Да, что-то есть. А говорят, не клюет. Тут его не сглазить. Вот первая рыбка. Причем что-то такое. Более-менее. Подлещик. Небольшой, но рыба. Ну что ж, от ноля мы уже ушли. Смотрите, со второго заброса. Класс.
Вот такой красавчик первый. Иди. Испачкал меня, засранец, своими соплями. Третий заброс. Как всегда, как только камеру выключишь, сразу поклевка. Но часть поклевки вы все равно увидели. Он сначала так тыркнул чуть-чуть, а когда я уже камеру включил, он уже начал клевать. Так, появились облачка небольшие на небе, это хорошо. От жары тут можно, конечно, расплавиться чуток. Сейчас закинул, немного промазал, чуть-чуть правее. Ну ничего, посидим сейчас немного. Если поклевки не будет, то перебросим. Позади меня проходит тропинка. Здесь ходят люди вдоль озера. Это, конечно, не очень хорошо. И появились ходячие. Ходячих мы называем тех, кто ходит вот с этими, как они, скандинавскими палками. Сейчас это очень модно и популярно. Причем ходит от мала до велика с этими палками. Кто знает, может, в старости я начну ходить с палками. Но как начну, обязательно сниму обзор палок и как я хожу. Посмеемся вместе. Хотя смешного тут ничего нет. Вот сейчас был опять такой легкий тычочек. Рыбка что-то, видать, с просони не очень-то набрасывается на еду. А может, наоборот, она не спала ночью, а сейчас дремлет. Ну, точнее, бродит по водоему в полудреме. И такая, о, мотыль. Дай-ка я его попробую. Ну и так нехотя. Вон его чуть-чуть дергается. Ну, такую тонкую поклевку вам вряд ли в камеру видно. Зонтик скоро придется переставлять. Солнце двигается. Даже не знаю, как его дальше-то ставить, этот зонтик. Тут он мне будет мешать, а солнце как раз сейчас прям точно напротив меня будет. Ну, что-нибудь придумаем. Что, попробуем, сделаем подтяжечку. Может, это спровоцирует рыбку. Вершинка стоит у меня 2 унции. Самую тонкую оставить не стал, так как подумал, что вдруг начнется ветер, чтобы ничего не переставлять. 2 унции нормально. Она достаточно чувствительная. Представляете, какие есть добрые, отзывчивые люди. Сегодня выхожу, а у меня на стекле листок лежит А4 с напечатанным текстом. Уважаемый водитель, у вас под левым задним колесом торчит арматура, будьте внимательны. И я посмотрел, и действительно, как я и не заметил, прям под левым колесом задним у меня торчало, ну, примерно вот такой штырь арматуры. Как я заехал, не заметив его, я не знаю. В общем, пришлось там кое-как выруливать. Спасибо большое этим людям, которые написали мне об этом. А так, кто знает, можно было и покрышку пропороть. И рыбалка бы закончилась, так и не начавшись. Так что, люди, помогайте друг другу. Да, немного обсосала мотылька. Да и опарыш не подает признаков жизни. Ну, конечно, реанимацию ему делать не буду. Оденем нового. Вот опять идет поклевочка. Такая очень нежная. И поклевки нежные и нежные. Ну давай, давай, загни мне фидер.
Сейчас немного буду тут перестановку делать. Солнце все-таки на меня попадает. Сейчас фидер переставлю вот сюда, а сам сяду вот так, чтобы тень была. А то я сгорю. Крема у меня с собой нету. Да и мазаться, честно говоря, кремом не очень охота и не очень я это дело люблю. По-моему, есть. Да, есть. Никто никогда безнаказанно не имеет права трогать мою наживку. Да, вон что-то тащим. Ой, мелочь какая-то. Плотва, что ли? А, окунь. Ну, кстати, я так и думал. Вот он. Маленький полосатый засранец. Заглотил, блин. Так, ладно, сейчас я его отцепляю, отпускаю и будем переезжать. Вот так вот я переехал. Ну, вроде как, пока от солнца спрятался. А, правда, кидать теперь будет неудобно. Придется вставать, из-под зонта уже так не получится закинуть. Но что поделаешь, солнце прям сейчас напротив меня. Насекомые проснулись, комары, какие-то мушки, мошки подгрызают. Ну, когда рыба не клюет, что надо сделать? Правильно, надо съесть плюшку. Чем я сейчас и займусь? Съем-ка я плюшку, глядишь, и рыба заклюет. Я же говорил, надо съесть плюшку. Вот я сижу, ем плюшку, никого не трогаю. Поклевка. Ну опять какая-то такая. Никакая. Есть. Есть, господа. И чего-то приличное. Ух ты. Сошел. Плохо, видать, я его секанул. Ну ладно, ничего страшного. Солнце светит, легкий дует ветерочек, птички поют, рыба не клюет. Ну, точнее, она клюет, но не так, как бы хотелось. Становится все жарче и жарче. Слава богу, что я не поленился и взял с собой зонт. Но рыбалка продолжается. И я все-таки не теряю надежды, что мы сегодня наловим хорошей рыбы. И будет чем вас порадовать. Время сейчас 8:00. Пора вставать. Сходил только что, спросил у соседей, которые справа, там много рыбаков. Что-то говорят, ни у кого ничего не клюет. У меня тоже что-то все заглохло. Глубина здесь очень маленькая. Не знаю, метра полтора-два, наверное, от силы. Но, тем не менее, рыбка здесь иногда присутствует. Я сегодня, видите, не рано пришел на рыбалку. Хотел в 4, но что-то как-то не очень я смог встать в 4. Поэтому пришел гораздо позже, чем планировал. Ну уж простите. Ну вот сейчас днем, как раз в жару, будет интересно посмотреть, будет здесь клевать рыбы или не будет. Ну и заодно вы об этом узнаете, когда стоит сюда идти. Ну вот говорят, что пока что ночью поклевывает. Ну и, наверное, может быть, вечером. Ну вот мы уже с вами узнали, что ночью рыбка поклевывает. Ну а клюет ли она утром и клюет ли она днем, мы об этом узнаем. Сразу прям нападение. И что-то хорошее, слушайте. Нифига себе. Прям сразу нападение, даже не ожидал. Да, что-то приличненькое тащим. Ну, не такое уж огромное, но... Плотва, наверное.
Нет, подлещик. Вот такой вот красавец. Это не кровь, это мотыль. Весь в соплях. Сразу прям три поклевки подряд. Значит, рыба подошла на точку. Но, к сожалению, она маленькая. Но я рад, что она подошла. Вешаем опять три мотыля без опарыша. Мотыля цепляюсь за серединку колечком. В этот раз он жадно взял. Надеюсь, что это борьба за наживку в стае. Что туда пришла все-таки стая. Время сейчас 8:54. Сейчас глядишь, крупничок подойдет. Вот что-то там сопротивляется. Так. Да, идет рыбка. Ух ты! Ничего себе! Фрикциончик чуть-чуть ослабим на всякий случай. Ух, фига себе! Так, иди-ка сюда между камешков аккуратненько. Ух ты, какая плотва, смотрите. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Какая плотва. Класс. Хорошая. Тихо-тихо-тихо-тихо. Поводок не порви. Какая плотвичка хорошая. Вся в соплях. Видать, она там вся в подлещике. Вообще вся в соплях. Ну что, рыбалка становится интересной? Есть, ребята, рыбуля, наверное, плотва, мне кажется. Стараюсь фидер вам держать, чтобы было видно. Посмотрим, кто это у нас. Так. Подлещик. Нет, это подлещик. Подсак я сегодня опять не взял. О, красавец. Ничего себе поклевочка. Ух. Вот это дерзкая рыбуля. Да, слушайте, по-моему, что-то покрупнее. Меня часто упрекают, почему ты катушкой вываживаешь, а не удилищем. Ну, это не та рыба, чтобы вываживать ее удилищем. Катушка мотает, в принципе, без напряга. Да, слушайте, да, что-то хорошее, покрупнее. Так, наверное, мы здесь и... не проведем, вот здесь поведем. Так, иди-ка сюда. Ну да, покрупнее. О какой. Сейчас сниму, покажу. А какой красавец. Да, прикормка у него явно моя. Ну что, не будем терять время. Поехали дальше. Иди. Так приятно, когда отпускаешь рыбу, и она уплывает. В благодарность мотает тебе хвостом. Пока я тут переставлял камеру, одновременно еще и поклевка случилась. О, так я и думал. О! Зверь-окунь. Время 9:30, только я хотел сказать, рыба перестала клевать. Но вот минуты три прошло, она клюнула. Нет, рыбка есть еще. О!
как? Заклюет потихоньку. У вас что? Тоже поклевывает. Тоже поклевывает. Поймали что? Или просто поклевывает? Поймали? Что у вас? Двух фанерок. Ага. Двух чебачков. Ага. Ну, у меня чуть побольше, но у меня много. Ух, ничего себе! Вот это да! Долго очень клевала. Очень долго была поклевка. Чего-то, по-моему, хорошее тащим. Сейчас был такой загиб мощный. Что-то, по-моему, хорошее. Ух, привет, как тяжело! Ух! Ничего себе! Так, куда ты в камне? Куда ты в камне? Красавчик. Вот он. Хороший. Ух, жирный. Все. Жирненький такой, небольшой, но жирный. Ну, грамм 300 тут будет, а то может и больше. О, красавец. Давай, плыви. Чего себе он понесся. Этот у нас клюнул на 3 мотылей и на 1 опарыша. Поклевку эту я ждал очень долго. Наверное, минут 10 была как закинута удочка. После чего он стал, ну так, чуть-чуть, тык-тык, тык-тык. Потом время какое-то прошло, опять тык-тык, тык-тык. Потом опять время прошло. Такой сильный загиб. И все, и опять тишина. Ну и потом чуть-чуть стал потрясывать, я уже не выдержал. Как говорится, дал ему по зубам, засек. Вот он, красавчик. Может быть, он уже, кстати, и давно сидел. Так что, вот так вот, не зря я сегодня пришел. Сейчас я камеру одел себе на грудь, поснимаю немного с груди от первого лица. Вот чего я буду удилищем вываживать, когда вот кручу катушку, вообще не напрягаясь, он прекрасно идет. Зачем мне вот это надо? Вот тоже пишут, блин. Но это не крупный. Мелочь пузатая. О, да стой ты. Сейчас опять будут писать, чего без подсака. Я к рыбе бережно отношусь. У меня без подсака все нормально. Мотыль уже бедный придурел тоже от жары. Так, 3 мотылика и 1 опарыш. Где тут опарыши? Спрятались все. Все, вот. Такое угощение будет. Будем переезжать. Опа. Так. Ух, ёпты.
Так, ну как-то так сейчас расположимся и будем рыбачить дальше. Ничего себе поклевка. Пошел я брать веревку для зонта, блин, привязать его. Такую поклевку, блин, прозевал. Может, сейчас доклюет. Ладно, давайте проверим. Ух ты! Она там сидит. И она большая. Да. Что-то вообще не сопротивляется. Но я чувствую тяжесть. Вот она. Ух, вот она засопротивлялась. Хорошая. Вот это уже хорошая рыбуля. Вон она идет. Так, иди сюда. Иди сюда. Куда ты? Оп, сошла. Но это была хорошая рыба. За камень зацепилась. Наверное, крючок оторвала. А, нет. Ну-ка. Нет, крючок на месте. За траву и сошла. Ну ладно. Но хорошая была. Поверьте мне на слово. Время сейчас 11:30. С тех пор, как я упустил вот этого большого леща, больше поклевок нету уже где-то полчаса. Но я сейчас перекусил. Плюс еще пока с зонтиком тут поправлял его и устанавливал так, чтобы его ветром не снесло. Сейчас ветерок вроде бы успокоился, хотя сегодня вроде по прогнозу сообщили, что будет до 10 метров в секунду. Ну, надеюсь, часов до 3 этого не случится, и мы спокойно дорыбачим свой, как говорится, срок. Пока сижу, жду у Шерташа погоды. Да нет, на самом деле погода отличная. Но рыбка что-то перестала клевать. Ну, возможно, крупничок подошел и что-то ему там не нравится. А возможно, вообще ушел. Не знаю, сейчас посидим, посмотрим. Будем периодически перезакидывать, менять наживки и так далее. Вот, перебросил с одним мотылем только, без опарышей. Сразу поклевка, ага. Давай. Есть! И что-то, по-моему, ух! Так, давайте-ка встанем на этот раз, чтобы рыбешечку уже не опустить. Так. Не хочет рыба опарыша ни в какую. Сюда, дорогой, иди. Ну, хороший. Ух, жирненький. О, какой. Ну, они вот небольшие, но жирные. Видать, кормовая база у них тут хорошая. О, какой красавец. Так. Вот он идет спокойно, а возле берега только начинает колбасить. О, начал. Ну все такие братья-близнецы. Жирные. Иди. Да, пойдем. О. Меня, блин. Да, такого клёва, конечно, я сегодня не ожидал. Я думал, жара, и рыба клевать не будет. На небе появились облака.
Небо, кстати, сегодня очень такое красивое, чистое, светлое. Классно вообще, очень красиво. И поддувает ветерочек. Ну, слава богу, он не сильный. Так что погода шикарная. Ну ладно, подлещиков-то мы наловили. Хотелось бы, конечно, карпа или карася поймать. Ну, либо большого леща. Килограммчика хотя бы на полтора. Ну, лучше, конечно, на трешечку. Да, это что-то уже приличное. Тяжело что-то идет. Может, конечно, забагрился. Нет, вроде лежит он на боку. На боку товарищ лежит. Вот он. Товарищ. Еще один брат-близнец. Ух ты, глотанул-то он нормально. А вот теперь нескромненько. Ух, нифига себе. Такое ощущение, что 3-килограммовых таскаешь. На самом деле они... Сколько? Грамм по 400, наверное, не знаю. По 500. Хотя нет, по 500, наверное, по 600. Они жирные, тяжелые. Иди. Я думаю, достаточно экшена от первого лица. А то эта шлейка мне все уже горло сдавило. Нормально. Я тут подтягиваю, понимаешь ли. Смотрю, никак. Шнур натянуть не могу, оказывается, он уже сидит. Да вы, ребята, издеваетесь. Вообще не дают мне посидеть даже. Ну что там, сговорились сегодня все. Идите вон, у других рыбаков поклюйте. А мне нужен карп с карасем. Плотненькая стайка, видать, встала на мою прикормку. Шоколад чудотворный. О, два. Хороша. Ух, нифига себе. Смотрите, какая плотная. Вау. Нет, для шерташа такое. Бонусная уже плотва. Красава. Такая типично плотвиная поклевка. Да, есть. Долго я ее ждал. Ох, сошла. Блин. Ну ладно. Ну это плотва была. Сейчас была такая мощная поклевка. Зря я камеру выключил.
Вот, смотрите, какой красавчик. Какие они тут сильные, а? Ух! Ух! Стоять! Да ебаный бы. Слушайте, в руках фиг удержишь. И тут сильные такие. Хороший экземплярчик. Где-то там гремит гром, по-моему, надвигается гроза. Но даже не знаю, сваливать или еще порыбалить немного, но что-то рыба не клюет больше. Время сейчас начало третьего. Ну вообще я планировал порыбачить до трех. Ладно, посижу. Надеюсь, стихия меня не накроет. Вон там народ купается вовсю. Рыбаки сидят, бамбук курит. Ну что, господа, время почти 3 часа, мне пора домой, и к тому же начинается какая-то непонятная буря. Усилился ветер, затягивает какие-то непонятные облака, также накрапывает дождик. Рыбы я сегодня наловил много, я доволен. Штук 20 я поймал подлещиков достаточно хороших, несколько таких хороших плотвиц, ну и пару мелких окуней. В общем, шартаж в очередной раз меня порадовал классной рыбалкой и хорошей, достаточно крупной рыбой. Кому понравилась эта рыбалка, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ловите рыбу много, ловите рыбу часто и по возможности ее отпускайте. С вами был я, ТВБ. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!